события очень знаковые, потому что впервые федерация проводит два отбора, как бы две команды, и на Европу, и на мир. Вы в курсе об этом? Знаете, то, что у нас проходит именно в Волгограде, а у нас в Волгоградской области, как выяснится, олимпийский чемпион, 30% всех олимпийских медалей как раз наши волгоградцы. И то, что эти соревнования проходят кубок, России проходит именно здесь, в этом комплексе. Я, конечно, очень благодарен нашему уважаемому Виктору Авдеенко. Я считаю своим другом и горжусь этим. И, конечно же, это почетно для всей Волгоградской области. И сегодня, как вы видели, и Владимир Сальников открывал, и здесь Виктор Авдеенко, и многие почетные гости. Но вы от волгоградских спортсменов ждете, наверное, высоких результатов? Высоких результатов ждать от волгоградских спортсменов, наверное, вот в таком зале вещать? Да, безусловно, конечно. Мы здесь находимся здесь, и, конечно, болеем за волгоградцев. И я думаю, что Владимир Сальников также болеет за нас, волгоградцев. Я думаю, что он болеет не только за волгоградскую, за весь российское плавание. Но сегодня он будет болеть за волгоградцев. Вы обещаете? Конечно. Спасибо вам большое.